Послушай, что ты мне можешь хорошего сказать? Я не понял, что еще услышал. Что ты мне говоришь? Да что, никакой не Бог и не посланник Бога. Да что ты в этом понимаешь? Да не понимаю, да кто откуда, люди что говорят? Что ты знаешь в этом? Да все. Ты пойми, мы сейчас жить хотим сейчас. Да? Конечно, зачем мне его царство на небесах? И что? Что я с ним делать буду? Мессия, не мессия, зачем его нужно было убивать? И нам с тобой найдется. А ну тебе надо? Благовоние масла ароматы! Подходи, покупай! Благовоние! Благовоние масла ароматы! Подходи, покупай, налетай! Что, брат, сегодня в караул? Ну да, в караул. Ну, слушай, объясни мне, странные они какие-то люди. И за только возьми из-за одного какого-то иудея. Ну, сначала цветы, улыбки, царь иудейский, мессия, а потом... Варавву
отдай нам фараву, а этого распни. Странная любовь какая-то получается. Да, странно. Ладно, что уж тут говорить-то? Все понятно. Ладно, не маслай ароматы! Отходи, покупай, налетай, самый лучший товар в моей лавке! Благовоние масла! Все самое лучшее с Индии! Уважаемая госпожа, проходите в мою лавку! Благовоние масла! Вот скажи, а тело-то как? Как тело можно положить в гроб? Без благовония, без масел. Да без всего! Запрещено это! Все запрещено! Ресло хочешь, оглянуться не успеешь. Пойми, Синедрион шутить не любит. А ты что? Ты что? Да ты что? Я даже думать об этом. Смотри. Благовоние масла, ароматы, подходи, покупай! Самый лучший товар в моей лавке, подходи, покупай! Благовоние масла, подходи, покупай! Самый лучший товар в моей лавке, с востока с Индии, подходи, покупай! Подожди, я вот думал, что все будет по-другому! Да, мы верили в него, ждали! Думали, закончится время этих римских ублюдков. И что? Что? Что теперь? Здрасте! Мессия! Царь иудейский! Тьфу. О чем речь везем? Люди добрые. Кто мы? Вы! Не, мы ни о чем не видим речь. Мы молчим. Вот, так-то оно лучше будет. Два прошла суббота, день покоя, опять стучаться в дверь? Да что ж такое, кому не спится в такую пору? Открой, мы люди честные, не воры, а что мы затемно, тому свои причины. Это женщины и ни одного мужчины. Что за дела вас привели сюда? Дела печальные. Да что сказать, беда. Беда? Но позвольте, вы пришли ко мне поздней ночью. Чем могу помочь? Я простой торговец. Не помощь нам нужна, а твой товар. Ах, товар! Простите, пожалуйста! Ой. Вот драгоценный нард из Индии.
Он золото дороже. И даже царь, и многие вельможи его берут, по правде говоря. Ну что ж, он нам как раз и нужен для царя. Ах, если покупаете для пира! О, позвольте, у меня есть удивительная мира. Его на головы почетно льют гостям. Поступим так и мы. И дай ты нам... Да. Душистая луна. Алоэ есть, но очень дорогое. Неважно, он нам был всего дороже. Всего дороже? Так скажите, кто же? Тот, о котором речь ведете вы. Разве не слыхали людской молвы? О ком? О Иисусе Назарее. Конечно, кто же не слыхал пророк из Галилеи? Кого-то вылечил, да. Да, был человек слепым и не видел ничего, а потом как будто прозрел и зрячим стал, по милости Господней, да? Как будто воистину случилось так. Да, но кажется, сегодня уж третий день, как он распят. Да. И потому, когда все люди спят, нам не до сна, нам надо торопиться. Хотим и до рассвета поклониться, и ароматом помазать его тело. Теперь понятно. В чем тут дело? Возьми, купец. Вот плата за товар. Постойте! От меня! От меня возьмите в дар вот этот алавастровый кувшин. В нем чистый нарт. Я был там. Я видел, как его вели. Свой крест, не отрывая от земли, он нес. Люди громко, как могли, кричали, как безумные. Распни его! Слезы я сдержать не мог.
Ведь был он больше, чем пророк. И вот его последний вздох. Из головы упал венок. И я услышал глас его. Свершилось! Стоял я и не мог унять я дрожи, воистину тот человек, сын Божий. Я ведь тогда это все знал. Я не смог быть с Богом до конца. Я, как все прочие, его предал. А теперь он небесного Отца. Коченеют рухи. Ты слышал? Что? Мне показались звуки, как будто голос или голоса. Кто-кто, а я не верю в чудеса. Вот глупости! Кому могла понадобиться гробница, да еще в столь поздний час? Молчи! Начальство знает лучше нас. А вдруг его ученики нагрянут и тело украдут, а завтра станут всех уверять, что Иисус воскрес. Да? Он столько совершил чудес, что мог бы и воскреснуть. Разве нет? Ты тоже веришь в этот бред? О Сыне Божием, об искуплении? Да ладно! Праведный быть разве преступление? А ведь его раскали лишь за это. Еще мне помнится, он исцелил хромого. Допустим, да. И что в этом такого? А то, что исцеляет только Бог. Когда он испустил последний вздох, земля тряслась, и солнце потемнело. И пусть темнеет,
Мне какое дело? Я эти басни слышать не хочу. Если я болен, я и врачу. Он исцеляет, дав лекарство. И не тверди про внутреннее царство. Постой! Опять какой-то дальний гром! Нет! Все это не кончится добром! Чудак ты, чудак! Ну, я не знаю, если хочешь, иди! Пройдись, посмотри, может, найдешь кого там. Все это странно и страшно. Чего только люди себе в голову не возьмут. Да уж. То, что сейчас идем исполнить. Мне кажется, уже я вижу стены его гробницы. А вот меня тревожит страх. Когда никто нам не поможет. Как женскими бессильными руками мы сможем отвалить тяжелый камень? Да, ведь не просить же стражников, что там стоят. Но нет, они прощали наш обряд, исполнить не дадут. Они скорее нас прогонят. Неужто наше горе их не тронет? Они солдаты, души их грубы. И что им наши слезы и мольбы? Как странно. Как странно, словно никому нет дела, что без Христа душа осиротела. Отвечайте мне, кто вы? Зачем в такое время здесь вы оказались? А ну-ка, говорите прямо, вы куда собрались? Ушедшим от нас обитель тьмы, хотим отдать мы долг любви последний, пред тем, кто грех наш общей смертью искупил, хотим еще раз преклонить колени. В гробницу вход закрыт. И вам, ученикам, совет один. Идите по домам. Сам не свой! Иди взгляни, что происходит!
мой, я в это никогда бы не поверил.